В Люберцах продолжается подготовка котельных к осенне-зимнему периоду. Профилактические работы выполнили на улице 8 марта. На обслуживании котельной находится 4 многоквартирных дома. В рамках профилактических работ выполняется ревизия оборудования. На сегодняшний день в городском округе к эксплуатации подготовили 56 котельных из 81. К 1 сентября люберцы будут готовы к отопительному сезону полностью. Если есть замечания, особенно по прошлому году, где-то были, как говорят тепловики, недотопы или где-то были проблемы с отоплением, надо писать, звонить, чтобы мы пока лето, а по сути, ну, конец июля, начало августа, именно еще есть время, где мы можем принять определенные меры, решения и в этом плане навести порядок.